Экстамус. Сила с нами, священная тень. Близится день великого празднества. Исполнение пророчества о великих тенях, озаряющих путь во вселенную света. Все готово. Есть проблема с поставками субстанции, обогащенной мидихлорианами, которая нужна для завершения проекта 66. Уверен, что поставки скоро возобновятся. А как обстоят дела с Лексом? Я не ощущаю его присутствия. Судя по отчетам, Лекс был уничтожен на субатомном уровне. Но у меня нехорошее предчувствие. Это нечто неуловимое. К тому же, это было не то существо, о котором вы мне говорили. Похоже, это потомок Лекса. Всплеск силы во время взрыва этого существа был настолько велик, что смею предположить, что он из числа избранных. Он был бы для нас серьезной угрозой. Если он уничтожен, значит, не является избранным. Сосредоточьте свое внимание на проекте 66. Когда он будет завершен, нас уже ничто не остановит. Наша власть будет абсолютной. Да, священная тень. Я проконтролирую завершение проекта. Лайка, не исчезай! Такой сон прервали. Там Лайка была такая... Лекс, что это за гнусные звуки? Я не знаю, капитан. Откуда эти жуткие вопли? Ну сколько можно? Твоя работа 790-й. В каком-то смысле да, сладенький мой. Но и без тебя не обошлось. Не смешно, 790-й. Убери эти звуки, мне и без них тошно. Но персик мой, я пишу тебе оду. Ребенок может подождать. Какой еще ребенок? Наш, конечно. Неужели не помнишь? Тупая голова робота. Нет у нас никакого. Мой сладенький персик, тебя я люблю. Лишь только уснешь, к тебе я прыгну. Ну все, достало. Не могу больше. Если это одна из твоих шуточек, я тебя, не знаю, что с тобой сделаю. И каждый твой волос с груди разовью, завью, оборву. Эй, ты кто? Ты где? Папа! Убей всех. Папа! Убей всех. Сгинь, мерзкий выкидыш прыщавого мантрида! Стэнли, где ты? Я не могу тебя найти. Я так долго ждала нашей встречи, а тебя все нет. Стэнли. Лайка? Иди на мостик, Стэнли, у меня для тебя подарок. Он тебе понравится. Стэнли, ну где же ты? Я устала ждать. Иди на мостик. Привет, я твоя ментальная проекция, которую ты вложил в Лекс в предыдущем цикле времени. Ты — это я? Не совсем. Слушай меня внимательно.
Это личный шаттл владыки Экстамуса. Запрашиваю курс стыковки. Стыковка будет разрешена после получения соответствующего кода. Посылаю код допуска. Это невозможно. У нас нет больше людей, чувствительных к силе. Кроме джедаев-клонов, им придется пожертвовать. Но они поддерживают порядок в отдаленных галактиках. Пусть это вас не беспокоит. К сожалению, даже клоны джедаев с измененным ДНК часто пополняют армию еретиков. Было принято решение убить всех чувствительных к силе, которые не состоят в ордене священного порядка его тени. Они послужат хорошим источником протеина и мидихлориан для проекта 66. Да, владыка. Время пришло, командующий. Уничтожьте всех чувствительных к силе, которые не состоят в ордене его тени. Да, владыка. Уничтожить всех. Будет сделано, владыка. Если сделаешь все, как я сказал, мы восстановим равновесие. Будет сделано. Лайка, где ты? Зев. Зев. Иди на мостик, Зев. Кай, иди на мостик. Мне нужна твоя помощь. Что случилось, Зев? Просто иди на мостик. Уже иду, Зев. Принц? Какими судьбами? Я пришел забрать кое-что. Забрать? Что забрать? То, что принадлежит мне. В смысле? Я чувствовал вашу смерть. И все же вы живы. Почему? Я не знаю. Спроси того, кто знает. Не люблю ложные тревоги. Я должен восстановить равновесие. Ты должен мне помочь. Тебе сложно отказать. Лекс, что произошло? Как мы тут очутились? Я был близок к гибели, Стэн. Но в последний момент я сумел вырваться и переместить нас сюда. Не знал, что ты на такое способен. Вероятно, меня этому обучила Dream Zone. Круто. Спасибо. Ты должен мне помочь.
Сначала верни мне лайку. Иначе не помогу. Лекс, избавься от этих через 3 минуты. Можно я их съем? Ну да. Если они откажутся вернуть лайку. Лекс, время пошло. Как скажешь, Стэн. Ну вот, опять. Какую именно лайку? У меня этих лаек, как звезд на небе. Из-за этих клонов у меня на планете не ад, а сумасшедший дом. Помоги мне, а я помогу тебе. Или сам ищи ее на огне до конца времен. Выбор за тобой. А где все? Кай! Зев! Лекс, приступай немедленно. Они очень близко к тебе, Стэн. Созрел для сделки? Все готово, адмирал. Да, владыка. Отлично, адмирал. Приступите к финальной стадии завершения проекта. Как прикажете, владыка. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Что за... Игры закончились. Скоро ты будешь на огне. А как же сделка? Я помогу тебе, ты мне и все такое. Вы больше не нужны, Стэн. Вам нельзя доверять то, чем стал Лекс. Грядет хаос небытия, а вы даже о себе не можете позаботиться, не имея ни малейшего представления о той мощи, которую обрел Лекс в Dream Zone. Я поглощу сознание Лекса путем единения с тем, что я вложил в Лекс перед гибелью Вселенной Тьмы. Пощади, Кая и Зе. Они же не такие, как я. Увы, не могу. Почему? Они же пытались восстановить равновесие. Это я оплошал. Давай, принц, отпусти их. Я отправлю их в Dream Zone. Я хотел бы с ними попрощаться. Это конец, да? Да, это конец. Сейчас я обрету плоть, а мое тело с огня обретет мои знания. Затем мы поглотим сознание Лекса. Я восстановлю равновесие собственным способом. Попрощайтесь с Лексом, пока он вас еще слышит. Остановись. Или моя любовь к Стэнли испепелит тебя. Слишком поздно. И все же. Лови. Браво, Кай! Да, Кай, ты сделал это. Мы живы. Да. Поздравляю. Теперь вы вечно будете пребывать в хаосе небытия. Во имя чего вы пожертвовали жизнью всего сущего? А мы сами восстановим равновесие. Да, Стэн? Расплюнуть. Так, 790-й, приступай к поискам Брунис-1. Убедимся, что она в порядке, иначе нам всем хана. Да, сладенький мой, я давно вычислила координаты. Хорошо, передай координаты Лексу. Срочно летим туда. Правильно, Стэн. Помоги 790-му, Кай. А ты куда? Я стану капитаном. Ты чуть не погубил Лекс.
Да ладно, мы живы. Мы живы благодаря Лексу. Не обижайся, Стэн. Не слушай ее, капитан моего сердца. Лексик, я твой капитан. Лети к системе Брюнец-1. Как скажешь, Ксев. Лексик, сообщи нам, когда прибудем. Плиз? Да, Ксев. Святые ящеры, ну что за день такой? То кошмар приснился, то чуть не убили. Дважды. Кстати, извини, что не смогли прийти раньше. Нас по пути задержали. Да ладненько, Кай. Все в порядке. Просто день неудачный. Сорвался. Да. Ну все вроде обошлось. Теперь давай подумаем, что будем делать, если Брюнец-1 действительно уничтожен. Тот странный тип в шлеме не стал бы так шутить, не так ли? Я прибыл в Солнечную систему Брюнец-1, Ксев. Однако планет как не бывало. Я не могла ошибиться в расчетах. Значит, Брюнец-1 действительно разрушен. Даже если это так, раса романтических мечтателей Брюнец-1 может возникнуть на любой другой планете. Либо в этой системе со временем появится новая планета. Ты прав и не прав одновременно, последний из Брюнец-1. Твой народ мог появиться только на той планете, которая была разрушена. Только избранный сможет восстановить планету твоих предков. Избранный среди вас. И кто же из нас способен восстановить планету моих предков? Я точно не представляю, как это сделать. Хотя, я уже догадался. Я мог бы восстановить эту планету, Кай. Не удивляйся, что я ответил тебе. После моего возрождения в Дримзон, я обрел единение с чем-то могущественным. Это то, что скрепляет Вселенную и все, что в них есть, воедино. Многие в Дримзон называли это силой. Это источник всего, включая мои новые способности. Дримзон обучала меня использовать силу, пока мы в ней находились. Когда я был на грани жизни и смерти, я ощутил эту силу. И она переместила нас к планетам Огонь и Вода, так как координаты этих планет первыми всплыли в моей памяти. Теперь же я ощущаю в себе такую мощь, что могу не только разрушать планеты, но, возможно, и создавать их, имея все данные о планете. Я мог бы проанализировать мельчайшие остатки планеты, но это займет много времени. А еды здесь нет. Да уж, хреново. И нам, когда ты голоден. Не волнуйся, Стэн. Я принимаю сигналы Солнца. Предлагает устроить сверхновую? Нет, мы просто беседуем. В содружестве с Лексом мы пришли к единому мнению, что воссоздать планету возможно. О, блин! Ну и делов-то! Лекс, ты сверхчудо! Да, Лекс, жуком теперь тебя не назовешь. Лекс, ты воистину избранный. Солнце Брюнеца. Когда-то ты даровала мне жизнь, а теперь надежду. Благодарим тебя. Хаос небытия миновал нас. Да, но принц нам не даст покоя, пока мы не разрушим порядок его тени. Нужно торопиться. Принц не зря так паникует. Тогда в путь. А как мы сможем это сделать? Нам противостоит бесчисленная армия.
не впервой прорвемся. Вы справитесь, ибо у вас могущественный союзник, Лекс. Не будем прощаться, мы еще встретимся в этом цикле времени. Лекс, а ты можешь наделить меня хоть малой частью своего могущества? Нет, твой мозг не выдержит, Стэн. У тебя ничтожно малое количество медиквариантов в клетках мозга. Но не волнуйся, пока в вас есть часть меня, я в вашем распоряжении. Лекс, может, сделаешь мне хоть полстаканчика молока и печенек? Доставь мне такое удовольствие. Да, Стэн. Тебе какого молока? Козьего, коровьего или, может, птичье? Тебе парного или охлажденного? Да, желательно теплое. А про печеньки? Подробнее.